Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Max Payne 2. В последней серии мы... А что мы делали-то в последней серии? Мы пристрелили вот этого мужичка, насколько я помню. Я не играл опять неделю, сейчас будем вспоминать. Короче говоря, мы двигаемся... Заброшенная стоянка... Квинни Гоните. Была дальше. Нужно было спуститься вниз по улице. Вон Макс нам подсказывает, что нужно пониже спуститься. Ой, забыл управление. Ой, отвыки от местной динамики. Ох, блин, как это круто. Вот только вроде бы отдохнешь от Макс Пэй на неделю. Ну как отдохнешь, я не устаю с него. Но, блин, как сядешь по новой. Это натурально такой кайфушник. Просто стрелять по врагам здесь. Ну, видели, да, то есть игра 10-летней давности, но стрелять в ней намного более интересно, чем, скажем, во многих современных там... Ладно. Какие у нас шутеры в последнее время от третьей улицы были? Gears of War, вот намного более интересно, чем Gears of War, скажем. Хотя, несмотря на то, что у игры огромная фан-база. Старые добрые времена, когда мы барыжили Би, а этому русскому сукиному сыну задали хорошую трёпку. Я вообще считаю Gears of War серию настолько бездушной подделкой коммерческой. Вторая часть была очень крутая, правда. Остальное все ни о чем. Ну, это на мой взгляд, конечно. О вкусах не спорят. Так, тихо. Ой-ой-ой. Так, это похоже, там без меня разобрались, ребятки, да? А так я что-то даже и не помню, что у нас по шутерам-то хорошего в последнее время выходило. Именно от третьего лица. Gears of War. Ой, блин, Gears of War. Ghost Recon. Future Soldier выходит, кстати. Вроде неплохая будет игрушка. Но там опять же надо будет наших соотечественников убивать. Опять мы во всем виноваты, так что мусор будет еще тот. Ну, а по крайней мере, в мультиплеер можно будет, я думаю, поиграть с удовольствием. Но явно не покупать эту игру. Ой, подожди, куда я упал? Сговорился, блин. Так, я так понимаю, мне теперь обратно подниматься. Ну ладно, подниматься недалеко. Что-то я заговорился, что-то несу. Короче, вот так. Так, тут еще выше... Так же вроде. Тут больше дверей нет, никаких открытых. Нет. Подожди. Блин, что-то я сегодня рассеянный. Ну, я обычно рассеянный. Какие тут могут быть претензии? Я постоянно такой. Ох, твою мать, я пришел туда, откуда начинал эту серию. Ну почему я такой? А ну почему? Почему у меня с этим проблемы? Так, выше я подняться не могу. Куда же мне идти? Видимо, ниже. Чё-то я, блин, путаюсь сегодня. Так, ну куда-то вот сюда. Видимо, тут перестрелка. А вот, я же сюда заходил. Долблю шары. А тут, кстати, чё? Ничего. Ладно. Вообще, вот эти 4 прохождения подряд, они, конечно, выматывают. Надо, блин, как я вот... Я думаю, я Макс Пейн первым делом добью, потому что тут уже не так много до конца осталось. Может, я его даже сегодня до конца пройду. То есть уровней 5 осталось. Не надо меня убивать. Что-то вы, ребята, там страшное творите. Короче говоря, вот эти вот прохождения, они так выматывают, 4 подряд это, то есть у меня свободное время как появляется, мне приходится записывать серии. Больше за 4 прохождения подряд я, пожалуй, браться не буду. Это просто кошмар какой-то. Так, здесь как-то более так погоже. Хотя нет, тоже еще вон какая клоака. Давайте наверх сначала сходим, посмотрим. Что у нас тут есть? Не вижу чего бы то ни было полезного.
обратно, придурок, шею сломаешь. Да ладно, я не упаду. Давай, вылезай сюда. Черт, раз два. Я высоты боюсь. Давай, залезай обратно. Господи, меня вырвет сейчас. Ха, видишь? Я не упаду, даже если захочу. Видишь? Вот черт! Вот дерьмо. Ты живой там? В порядке? Ну вот, допрыгался. Иди к нему. Он ждет тебя. Идиоты. Тут нет никакой пасхалки, кстати говоря. Что-то как-то очень уж это... И я к ним. Что-то как-то очень уж подозрительно тут. Нет, похоже, что нет. Короче, три трупа внизу. Два бандита и Макс. Все свалились. Так, ну что тут еще есть? Выше еще можно подняться? А наверху... Смотри! Ух ты! Простите, сэр. Не могли бы вы помочь простой деревенской девушке? Я первый раз в городе. О, сэр. Я знала, что здесь все больше. Можно потрогать? Я не могу удержаться. О, да, да, да. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, ну-ка не мешайте мне смотреть. Так хорошо. Да, да. О, не останавливайся. Да, еще, еще. Хорошее кино, походу. Привет. Вы позвонили в опасные связи. Позвоните 555 Кит. Когда захотите перейти от слов к делу. Наши девочки ждут вашего звонка. Шляк. Да. Рассмешили. Так, ну что? Я так понимаю, нам нужно вниз идти. Я что-то гранаты вообще не пользуюсь. Я забываю про них просто капитально. У меня 10 гранат. Вот. Так, и вот отсюда я вышел, ниже я еще не был. Ну и как это уходить? В смысле как? Правой ногой левой, правой левой. Нет, я имею в виду, ты ушел от нее или нет? В том-то и дело. Нельзя выбрать, кого втюришься. Зато можно выбирать, поцеловать ее или пристрелить. Так-то да. Спасибо, Мега. Слышь, не размекай. Постой здесь, а я скажу наверх, осмотрюсь. Ладно, Вегас, но все равно спасибо тебе, правда. Да ладно, забудь. Хорош. Тут у них чуть ли не как внутренний свой психолог мафиозный. Разговоры по душам. О том, прострелить девушку или оставить ее в живых. Так, подожди, а что я тут делаю? Неужели тут тупик? А, вот, смотри. Да? Или нет? Что-то тут как-то подозрительно. Так, я не знаю, мне похоже и не сюда, что ли, мне куда-то... Блин, ну куда мне идти? Давайте сохранимся, а... Блин, я... Может, не по тем балкам, которые наверху были, да, пропрыгать куда-то. Потому что больше тут... Не знаю. Я не знаю. Отсюда я пришел. И ничего тут нет. Макс хочет, чтобы я спустился на улицу. На улицу меня не упускают. А здесь... А здесь я был? Нет. Здесь я был, но я что-то здесь ничего полезного не увидел. А между тем нам, возможно, сюда и нужно. Нет. Явно нет. Что-то сегодня серия какая-то сплошь стоит, сплошняком из разнообразных затупов. Так. Видимо, все-таки сюда, да? Ну, не так явно. Ладно. Шо? Так, Макс, ты перелетаешь? Ой, чуть не упал. Так, ну ладно. Спокойно. Какая дыра. Граффити.
надписи на стенах. Что там Макс у нас смотрит? Или мне показалось? Эй, где ты был, черт тебя дери, а? Почему так долго? А где остальные? Ты подкрепление, которое нам обещал Винни, да? Кто же еще? Только я один. Остальных перебили уборщики. Черт! Они нас как мух бьют. Но все равно, один лишний ствол лучше, чем ничего. Ладно, пойдем. Ну, ладно, пойдем. Сохранимся. Значит так, пойдем к стоянке. Надо не дать этим русским добраться до босса. Не дадим им добраться до капитана. О, ладно, извините. Я понимаю, что здесь нет ничего смешного. Все жутко серьезно. Приключения капитана Большеголового гони. Все, хватит! Пора дело делать. Здесь как из ведра льет. Такую погоду хороший косяк. Давайте, когда появятся уборщики, на нас дождь из свинца польется. Лучше вы, чем я. Давайте, давайте. Ох, там настоящие тарзаны. Так, одного нашего убили. Второго. И третьего. Офигеть. Хорош. Я там не какие-то итальянские. Мы тихо подожди. Да. Чистильщиков хрен с кем перепутаешь. Они стреляют лучше всех. Так, здесь больше ничего нет. Наверняка же что-нибудь интересное. Это же Ремеди. Ну ладно. Не будем уж обнюхивать прям все подряд. Так, сохраняемся. Хоть небольшой толк, но от этих ребяток был, да? Уже неплохо. Отлично. Ты еще живой, что ли? Да ты. Как так? Так, один патрон остался. Как раз потрачу до конца. Нам похоже сюда. Давайте попробуем. Да, наверняка сюда. А тут что? А тут закрыто. Так, ну все, хорошо. Пойдем дальше. Че тут? Фак. Ну, ладно. У меня такое ощущение, что я здесь на... Что я здесь наверху уже был. Так, что там поспокойнее стало, нет? Я чувствую, там дохренища народу сейчас просто. Слабак. Замечательно, а теперь полетело к чертям. Черт, нет, нет. Да-да-да, помню эту тему. Сейчас, похоже, геморрой будет, надо его защищать. Пейн, ну спасибо, только тебя и жду. Почему мне так не везет? Пейн, спаси меня. Тут бомба, мать ее. Сниму голову и привет, я больше Винни. Ты же полицейский. Спаси меня, сука. Как тебя угораздило? Этот русский обманул меня. Не тебя одного.
Я тебе помогу с ним расквитаться. Честное слово, помогу. Только спаси. Заметано. Так, ого, тут уже народ идет. Доложите обстановку. Они меня убьют. Ты должен меня защищать. Надо выбираться отсюда, через задний двор. Я не поверил обещаниям Винни помочь мне. Но я был готов на все, чтобы расстроить планы Влада. Бэйн, прикрой меня. Прикрой меня. Нам надо пройти здесь. О, это будет геморройно, я представляю. Чего ты ждешь? Спаси меня. Убей их. Убей их. Так, ты живой, что ли? Блин, нехило у меня так. Понятно. Это будет довольно сложно, я так понимаю. Нифига не вижу. Да кидай ты, мать, перемать. Ох, блин, это будет. Это будет. Это будет, короче говоря. Ничего не вижу. Есть кто еще? Вроде нормально все пока. Ладно. Так, сохраняемся. Давай, побежали, Винни. Идиотизм. Так, блин, надо было сразу брать калаш, короче говоря. Сейчас, пока я переключаться буду, меня уже убьют. Ой, там еще сколько вас бежит. Ох, прям яйцами. Так, хорош. Так, там все умерли. Короче, у нас проблема. У нас почти нет жизни. Ты где там? Винни? А, ты тут? Минус. Ой, сколько у вас тут? Ёлопало. Хорош. Блин, еще тут. Ёлопало. Давай, 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 давай. Прилег, хорош. Да бляха-муха, откуда вы беретесь? В промышленных практически масштабах. Да ёлы. Я не пойму, вы за машиной что ли или спавнитесь? В первой части, конечно, было прикольнее то, что там под конец мы натурально с корпорацией дрались. Там такие корпоративные агенты были, спецы. А здесь же все, мы всю игру воюем с мафиози, вот именно в этом она похуже. Ну, все равно доставляет, все равно крутая. Так, нет нигде аптечек, мне бы сейчас пригодились. Не пускай их сюда, убей их, не дай им до меня добра. Хорош. Блин, эта серия будет, да, полна боли. Но, по крайней мере, я узнаю Макс Пейн. Помните в предыдущем Макс Пейне, что у нас было? Сейчас вот примерно то же самое происходит. Что, понравилось? Мне еще есть. Да, быстрее. Так. Что ты звуки такие издаешь, а? Аптечек нету? Не пролезаю! Не пролезаю! Бомба взорвется! Черт! Что же делать, Пейн? Что делать? Да не паникуй! Думай, Винни, думай! Так, ладно, мы вернемся через холл к лифту. Там мы пройдем. Давай, Пейн! Паникер. Хотя, если бы у меня бомба на голове была, я Пейн, тоже, наверное, не, должен защищать меня. Надо... не очень комфортно себя чувствовал. Подожди, там кто-то есть? О, черт! Да твою мать!
Ладно. От него. Да. Все, хана. Так, откуда вы взялись-то вообще все? Ты живой там еще что-то? Там больше никто не бежит к нашему драгоценному. Нет. А! Да ёлы-палы. Убей их, Пейн! Так. Прикрой меня! Ты еще живой? Так, с этими все. Теперь оттуда у нас сейчас побегут. Да твой... Вы как не успеваете, да? Ненавижу защищать кого бы то ни было. Давай быстрей. Тихо. Пошустрей, Винни, давай. Ну ладно, хоть ты дверь открываешь. Давай, давай, давай! Я не могу тебя ждать, Пейн! Пора сматываться! Чёрт, давай, погнали! Не ушел. Так, ну давай поехали уже, ёлы. Чтоб тебе... Ах, сколько вас тут? Да блин. Ну что ж. Давай, 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 пошел. Фу. Мне как раз таки скрыться. Так, сохранимся. Да блин, откуда ты-то тут? А-а-а, давай быстрее. А, ты снизу прибежал. Понял. Можно было оттуда просто бегать, всех убивать. Останови их! Кого их? Одной пулей взорваться! Так, сохраняемся. Это квартира, похоже, что ли? Скотина успевает выстрелить. Блин, дурень, как будто в первую часть возьмешься. Так, ладно, жив. Что дальше? Смотри, еще и... Это квартира, что ли? Я коллекционер. Знаешь, сколько все это стоит? Да черта! Вот сколько! Никакой это не идиотизм! Я коллекционер! Да как скажешь. Да этим куча крутых ребят. Этим Фрэнки увлекался. А он знаешь, какой крутой был. Вот подожди, вот я продам свою коллекцию, тогда увидишь. Вот стану миллионером, увидим, кто здесь идиот. Нам надо как-то выбраться отсюда. Думай, думай, Винни, думай. Да, парень явно двинутый на этом бейсбол-бете. Че, посмотрим, что ли? Сохранюсь-то от мало ничего. Серия 169. Решающая битва между демоном Максвелла и капитаном бейсбольная бита на космической базе, спрятанной на темной стороне Луны. Велосипедистка беспомощно бьется в клетке, висящей над ямой с отравленными осколками замороженного пламени. Шовинист! Демон Максвелла хлопает черными кожистыми крыльями и атакует капитана бейсбольная бита! Выпуская мягкие ракеты и быстрые лучи. Ладно, заняты. Ой, шляпа, короче. Пейн, нам надо выбраться через балкон. По-другому не выйдет. Вот милорд, миледи показывают. Мы посмотрели, да, с тобой, Винни? Вот это было круто. Так. Осторожно! Черт! Они уже на подходе.
должны были через него выбраться. Уэйн! Приключения капитана бейсбольного бита. Вы позвонили в доставку «Счастье на дом». Это Винни. Оставьте сообщение. У вас 3 новых сообщения. Винни, 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 Винсент, Винсент. Ты все делаешь по-своему, а потом просишь меня о помощи. Я говорил тебе не лезть в разборки с этим русским, но ты все равно это сделал. А теперь ты просишь, чтобы я прислал тебе еще людей. Нет, Винни, хватит. Сам заварил, сам и расхлебывай. У вас 2 новых сообщения. Эй, придурок! Когда мы играем в воров и полицейских, и полицейские я, то я должна тебя шлепать. А ты меня избил, козел! Да, конечно, ты немного увлекся. Вот что я тебе скажу, урод. Ты за это заплатишь. У вас одно новое сообщение. Винни, Владимир Лем собирается тебя убить. Зная его, я думаю, это будет бомба. Не обольщайся. Я предупредила тебя только, чтобы усложнить ему жизнь. У вас нет новых сообщений. Так, ты где? А, вот ты, за барной стойкой спрятался. А что у тебя тут есть? Ничего? Ну ладно. Там у нас куча народу. Так, последний патрон. Минус один. Прям гранатой попал. Здесь мы можем вылезти, придурки! Так, что дальше? Идем же! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, хорош. Блин, куда ты ушел, а? Блин, Винни жизни вообще нет. Да. Меня из-за этого убили, похоже. Снова эти клёвые ублюдки! Прикрой меня! Да, бляха, ну что ж такое? С ним очень трудно как бы связаться. Ой, справиться, связаться. Шо? Блин, у Винни вообще жизни нет. Да кто там? Откуда стреляли? Со спины что? Да закрывайся, да быстрее на самом деле. Проблемы, проблемы. Давай. Блин, жизни вообще нет. Ох, сохраняемся. Бэйн, живо беги наверх и подними меня туда. Там мы сможем выбраться. Вытащи меня отсюда. Да как скажешь, сейчас найдем подъемник. Не тут. Не тут. Блин, у него жизнь на один выстрел. Это, по-моему, не особо хорошо. Что-то стена какая-то подозрительная. Так, что у нас тут? Сюда нам, похоже, нужно будет его привести. Я не знаю. Подожди, где подъемник вообще? Неужели он прям там, а я опять куда-то убежал? Ну-ка. А, вот, ну я весь в этом. Я же говорил, стена подозрительная. Да.
Настрадаемся мы еще. Сейчас, подожди, дорогой. Я думаю, всем понравилось. Так, Винни, подожди меня. Шлепает себе помаленьку. Мы удрали, а я ваш... Ты тут совсем рядом, мы удрали! Эй, не говори гоп. Неужели у нас получилось? Да, блин. Нифига не удрали. Что это было? Это была бомба? Тут... А, вот. Понятно. Так. Это совсем рядом. Мы удрали. Эй, неужели у нас получилось? Да подожди ты. Ну? Эй, хватит. Прикрой меня, Пейн. Иди, Пейн. Да, твою же дивизию. Да. Да, блин, он своим трупом своего товарища прикрывается. Так, секунду. Так, продолжаем. Я сейчас, так понимаю, погибну. Все? Или еще кто? Винни, давай быстрее, блин, я уже запарился с тобой. Ну, блин, он пригнулся, значит, еще кто есть. Я пошел. Наконец-то ты пошел. Фу, блин, это был непростой уровень. Очень смешной. Прикольно вышло. Хотя по большей части было не до приколов. Я с тобой согласен. Винни, как и мне, нужна была Мона. Поищем Мону, Сакс. Она обезвредит бомбу. Совсем рехнулся? Она хуже русского из той же долбанной шайки. Бред. С отчаяния я отправился искать Мону в павильон ужасов. Не нравится мне это. Макс, мой дорогой друг, брось пушку. Или будет взрыв. У меня самого в голове тикала бомба. И таблетки не помогали. Отлично. Пятый уровень. Вернее, пятая глава. Закончив со мной и с Винни, Влад с сообщниками ушли. Не знаю, откуда взялась Мона, могу только гадать. Явно преследовала Влада. Видимо, его уже не застало. Иначе убило бы вместо того, чтобы искать меня. Она пришла вытащить меня из огня. Так, она пришла вытащить его из огня. На этом, я думаю, мы завершим эту серию. Надо сказать, что серия была, как в принципе, что меня радует, была полна боли. Я люблю, когда сложно, и Макс Пейн именно за первую часть я за это любил. Во второй части сложность наконец-то вернулась, зубодробительная. Это, по-моему, круто. В следующей части будем играть за Мону. Смотрите, какие у нее маленькие сиськи. Короче говоря... В следующей части будем играть за Мону. Я думаю, следующие, еще одна или две, это уже будет конец игры. Блин, игра просто шикарная. Я не знаю, я получаю огромное удовольствие от ее прохождения. И вы, судя по количеству просмотров, тоже получаете удовольствие. Ну и по количеству лайков. Лайков вверх. Так что увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.